Оба кандидата в президенты Австрии уже проголосовали во втором туре проходящих в стране выборов главы государства. Норберт Хофер от националистической австрийской партии «Свободы» опустил бюллетень в урну на избирательном участке в своем родном городе Пинкафельде. В ходе предвыборной кампании он не исключал выхода страны из ЕС, однако ближе к выборам смягчил риторику. «Мое послание Европе таково. Я буду стремиться, чтобы этот союз развивался позитивно. Я не хочу, чтобы Австрия выходила из ЕС. Даю сейчас это ясно понять», — сказал Хофер. Зафиксировать момент его голосования журналисты не смогли. В Австрии вход на избирательные участки запрещен. Независимый кандидат и бывший лидер партии «Зеленый» Александр Ван дер Беллен проголосовал в Вене, в районе Мариахильф. «За пределами Австрии эти выборы воспринимаются как фактор, который затронет не только нас, австрийцев», — сказал он. «Здесь, в Австрии, у нас тоже часто возникает такое чувство. Что ж, мы просто делаем то, что считаем нужно, только и всего. Но то, что происходит здесь сейчас, имеет актуальное значение для всей Европы». Первоначально второй тур выборов состоялся в мае, но итоги были признаны недействительными из-за нарушений. Дату повторного голосования несколько раз переносили, и избиратели устали. «Надеюсь, что сегодня все наконец закончится. Мы уже три раза голосовали, хватит. Я очень надеюсь, что этот тур будет последним, что у нас появится наконец хороший федеральный президент, и мы заживем мирно и спокойно». Вот уже полгода, как Австрия живет без президента. Бывший глава государства Хайнц Фишер ушел в отставку еще в июле. Подмененным итогом выборов, состоявшихся в мае, победу одержал Ван дер Беллен.